Друзья мои, для заключительного аккорда нашего замечательного фестиваля, во-первых, я прошу пройти на сцену Татьяну Сизову, пусть даже у нее слеза прошибла. Это, ребят, всем понятно, и у меня сейчас тоже глаза будут мокрые после того, как услышали эту песню. А сейчас, друзья мои, все, кто может, пройдите сюда на сцену. Кто еще может ходить? Да. Кто не может ходить, стойте на месте и споем все вместе с вами замечательную песню Юрия Алексеевича Кукина, да, простите. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой же я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, ведь с собой мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил, ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, мои груз, невозвращенные долги. Очень не хочется расходиться, очень не хочется. Друзья, до следующего фестиваля. А если вы соберетесь раньше к нам в Прагу, будем очень рады. Я вас жду через год, как минимум через год. Но думаю, что со многими из вас мы увидимся раньше. В Москве, в Питере, в Праге. Приезжайте, ждем вас, я вас очень люблю. Приезжайте, столько новых друзей, столько замечательных людей. Каждый фестиваль — это такие находки, это столько новых контактов. Я думаю, что и вы друг с другом перезнакомились и нашли здесь близких себе по духу. Спасибо вам, что приехали, спасибо, что спели, спасибо. Ура! Счастливого пути! Не шути, Валентин, наш фестиваль действительно закончился.